Сбрось свою старую маску и надень новую. Пришло время стать тем, кем ты всегда должен был быть. The killer wind came down without a warning, and no one had the chance to get away. It was a desperate solution. In all 3,400 men made, these were friends with bitter eyes. Дорогой Игорь, прости, что оставляю записанное сообщение. Это для твоей же безопасности. Я нашел кое-что, что может помочь тебе в поисках. Документы на крыше госпиталя Припяти. Забери их как можно скорее и действуй незаметно. Мое начальство очень огорчится, узнав, что я тебе помогаю. Я был уверен, что старику можно доверять. Я бы связался с ним раньше, если бы знал, что он здесь. On sillä, että se tuntuisi silloin enemmän rynnäkkökiväriltä eikä muovikuula aseelta, niin kuin tämä on tähän mennessä vähän niin kuin tuntunut. Mä en ole muuten aikaisemmin käynyt. Sijainet on... Jaa, tässä on tää maailmanpyörä. Направляйся к лаборатории, Игорь. Она в центре лагеря НАР. Попробуй проскользнуть незаметно. Не вступай в бой без необходимости. Конечно, мамочка. Не волнуйся, я поел и в шапке. А у тебя какие-то комплексы, да? Так, ладно. Сейчас не время отвлекаться. Попробуй добраться до лаборатории, не привлекая внимания. Ты же не хочешь сражаться со всеми одновременно.
hyvin kyllä umpeen kasvanutta. En tiedä mikä tuo pohjoisessa oli, mutta... tehnyt kokeita Chernobylite-otuksilla. Tämä on tuollainen sotilasleiri. Musta stalkeri saattaa olla kohta paikalla. Jotenkin se tietää, missä mä oon. Toista portaikkoa ylöspäin. Tuo näytti olevan vahdittu. Mennäänkö vetoa, että ei ole? Totta kai on. Joo, tota pientä aluetta tossa no. Mä en kyllä yhtään tykkää tosta. No jos täällä tulee räiskintä, niin muuta sotilaista mun kimpussa samalla.
hyvin vaikka itse sanoi. Päivitetyllä rynnäkkökivällä ja taidoilla se muuten lähti aika nopeasti. Ja eikä kukaan huomannut yhtään mitään. Oho. Ihan niinku kohtausta tän kanssa ei ikinä olisi tapahtunutkaan. Tähän on niinku vahvasti paranormaali kuitenkin. Приготовь 50 миллилитров хлорида железа и 100 миллилитров хлордиазопоксида. Знакомый голос. Где я слышал его раньше? Слушаюсь. Отправь все это в лабораторию. Не заставляй меня ждать. Так точно. Ты кто такой? Что ты здесь делаешь? Мяс, с кем ты только что разговаривал? Ты Хименюк. Боже мой, только не убивай меня! Я задал тебе вопрос. Ты про моего босса? Я не знаю, кто он на самом деле. Тут почти никто не знает, клянусь. Не хочешь подумать еще? Я вижу, что ты напуган. И это правильно. Однако при этом ты нарочно испытываешь мое терпение. Нет! Вовсе нет, умоляю! Я же не могу рассказать того, чего не знаю. Но я могу рассказать что-нибудь еще. Только спроси. Только не убивай меня. Я тебе пригожусь, вот увидишь. Ваня, мое терпение на исходе. Где чертовы химикаты? Ответь ему. Только спокойно. Расслабься. Да, да, я... Извините, я отправлю их немедленно. Прошу прощения за задержку. Хватит извиняться. Шевелись. Мне нужен хлордиазопоксид сейчас же. Вы двое продолжайте без меня. Надеюсь, вы ничего не испортите. Лучше тебе забыть, что ты меня здесь видел. Конечно, конечно, я никому не скажу. Se pelottava maine toimii nyt eduksi tässä näin. Jos ei haittaa, niin luuttaan tässä koko paikan. Tuolla alhaalla on muuten mun paperi. Näin, tästä olisi päässyt sinne labraan suoraan. Mikään tuonne ylös pääsi. Täytyy ottaa toi, kun se tulee takaisin, niin...
Ei onnistu. Tää on niin epäreilua. Tää on niin epäreilua, että mä tykkään tästä. Tämä mytky näyttää tosi huonolta. Твои поиски подходят к концу. Кто знает, что Нар теперь с тобой сделает? Лучше тебе не знать, что они для тебя приготовили, любимый. Тебе нужно срочно выбираться отсюда. Думай, Игорь, думай. Pitäisi olla semmoinen niin kuin epipeni valmiina. Että... Голова просто раскалывается. Где я? Нужно найти генератор порталов. Надо же, ты мне дал фильтр для противогаза, когда я застрял под обломками. Я вернул должок, и мы квиты. Идет? Ei huomannut mitään.
Только посмотри на состояние тканей. А это была печень. Значит, как нетрудно в это поверить. Черный сталкер работал на электростанции. Надо взять образцы. Кажется, гиперактивность мозга. Взгляни на графики. Интересно. Но на стимулы не отвечает. Предыдущий это объект реагировал совсем иначе. Семен. В чем причина отличий? Не пойму. Возраст, пол. Ваня, ну наконец-то! А ты еще кто такой? Что ты сделал с Ваней? Не шевелись, если хочешь жить. Не убивай нас. Мы ученые, мы... Доктор Менгеле тоже был ученым. Что вы тут делаете? Вивисекцию без анестезии? Прививки от тифа? Что? Я должен знать. Нет, нет, ничего подобного! Мы же не чудовища! Мы относимся к нашим пациентам настолько человечно, насколько возможно. Но пойми... Научный прогресс требует жертв. Человеческих жертв. Прозвучало чересчур зловеще. Но да, все, что мы делаем ради общего блага. И что конкретно вы делаете? Накачиваете бедняк чернобылитом? Не могу об этом рассказывать. Договор о неразглашении очень жесткий, а штрафы... Договор о неразглашении? Серьезно? Неужели корпоративные ценности важнее, чем твоя собственная шкура? Ладно, ладно, ты прав. Мы начали с инъекции, но только с первой стадии. Ее мы давно прошли. Так-так. Угу. Дело в том, что статистика смертности была... Мы не получили желаемых результатов. От введения нанорастворов мы перешли к прямому редактированию человеческого генома, чтобы усилить его чернобылитом. Мы создали свой CRISPR для чернобылита. А ваши пациенты, объекты, или как там вы их называете, особенно местные, что с ними случилось? С которыми? Пациентов было много, некоторые не пережили первую стадию, другие мы не знаем. Не дай ему уйти от ответа, пусть говорит. Пожалуйста, давайте сохранять спокойствие. Мы все объясним. Изменение генома — это только первый шаг. Затем мы стимулируем состояние суперсознания у объектов. Гамма-волны. Это азы нейробиологии. Симпатическая нервная система начинает выбрасывать невероятное количество энергии прямо в мозг через таламический путь и мозговой ствол. Когда таламический путь открыт, энергия течет в шишковидную железу и... Словом... Не люблю этот термин, но открывается третий глаз. Третий глаз. Ну, конечно. А потом что... Усиленная чернобылитом шишковидная железа способна на потрясающие вещи. Генерировать разные волны и даже влиять на физические объекты. Что-то вроде телекинеза. Вы мучаете людей, чтобы они гнули для вас ложки с силой мысли? Что за шарлатанство? Мы придерживаемся научного метода. Поверь мне. Это контролируемые воспроизводимые эксперименты. Когда объект становится готовым к финальной стадии, мы помещаем его в искусственную кому. Знаю, как это звучит, но это для его же блага. Объясни мне, и быстро, что такое финальная стадия? Наш босс называет ее воссоединением. Это значит, что гамма-волны пациента взаимодействуют с мозговыми волнами чернобылита. В смысле... Откровенно говоря, мы толком не знаем, что они собой представляют. Чернобылит чем-то напоминает вирусы. Его нельзя называть неорганической материей, но это и не живой организм. Нечто среднее. И он производит что-то вроде мозговых волн, хотя в нем точно нет структурированных органических тканей. В чем цель этого воссоединения? О, это самое интересное. Ты ведь знаешь, что чернобылит можно использовать для создания червоточин, так? Ты и сам это делал. Но эти червоточины особенные, не замечал? Это не исключительно физический феномен. Не понимаю тебя. А какой же еще? Мы знаем, как выглядят сингулярности и туннели. Мы знаем, что это такое в теории. Но бывал ли ты когда-нибудь до этого внутри сингулярности? Бред. Я тоже изучал чернобылит. Его экзотическая энергия обладает достаточной мощью, чтобы создавать псевдочерные дыры и проходы между ними. Мы тоже так считали. Поначалу. Но представь, а что если существует организм или вирус, достаточно мощный, чтобы создавать собственные сингулярности?
Ни одно органическое существо не способно инкапсулировать такую энергию и выжить. Живой организм разорвало бы на части. Но чернобылит — необычный живой организм, так ведь? Мы не знаем, что он такое. Просто представь на минуту, что червоточины, в которые ты заходишь, не создаются с помощью чернобылита. Они и есть чернобылит! Ты идешь по тоннелям и коридорам внутри его многомерного тела. И как это связано с воссоединением? Разве не очевидно? Мы пытаемся установить контакт с чернобылитом и как-то влиять на него ментальной энергией наших объектов. Но оказаться внутри сознания этого существа, чем бы оно ни было, по-настоящему травмирующий опыт. Вы свихнулись оба. Советую держаться подальше от шкафа с морфием. Я услышал достаточно. А это что за пациент? Точно не знаю, но он, то есть она, прошла тщательный отбор. Какой отбор? Она вызвалась добровольно или ее выследили в лесу и схватили? Говори. Я не знаком с протоколом. Наш босс знает наверняка, но мы слишком мало знаем о нем. И за что именно твой босс отвечает? За биотехническое подразделение, то есть за все, что связано с чернобылитом. Но в основном он занимается влиянием на физическое и психологическое состояние человека. CRISPR. Короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами. Причем тут чернобылит? Это похоже на стандартное редактирование генома. Мы берем специальный протеин из особой бактерии, модифицируем его чернобылитом, а затем выбираем конкретные гены, которые хотим изменить. Погоди, я куда лучше разбираюсь в физике, чем в генетике. Но разве CRISPR не применяют обычно к эмбрионам? И нужно время, иногда годы, на то, чтобы изменения стали заметны. Босс разработал собственный метод. Применяется непосредственно к телу объекта. И скорость мутаций увеличивается экспоненциально. Теперь на это уходят не годы, а недели. Иногда даже дни. Изумительно, правда? Ну, хватит. Пока что, на мой взгляд, вынесли какую-то околесицу. Я хочу увидеть исследование своими глазами. Где вы храните все данные? Поищи в базе на этом компьютере. Отсюда ко всему есть доступ. И мне потребуется пароль, так? Пообещай нам, что не убьешь нас, и мы скажем. Расслабься. На вас мне плевать. Пароль. 2, 3, решетка, 9, 8, S, доллар. Послушай меня внимательно, Игорь. Это исследование, эти данные нельзя так оставлять. Из-за них гибли мои люди. Ты должен их удалить. Маму уже не вернуть, но я не позволю извлечь выгоду из ее смерти и других смертей. Тэхän on aika tärkeä kysymys tosiaan, koska niinku olemassa maailmalla on olemassa harhakäsitys siitä, että esimerkiksi niinku natsien tekemät niinku kokeet ihmisillä, että ne on säilytetty, ne tiedot, niin niitä on käytetty. Niitä ei ole käytetty. Ne on edelleenkin lukkojen takana, koska ne on ollut karmeita kokeita, mitkä ei ole välttämättä täysin tieteellisiä myöskään. Mutta että se on. Tiedot on säilössä, mutta niitä ei ulkopuolista pääse katsomaan. No, tämä haluaa Tatiana. Похоже, чернобылит каким-то образом усиливает черного сталкера. Нар поручил ему защиту своих научных секретов. Эти парни говорят правду. Они и в самом деле добились потрясающих результатов. Зачем ты это сделал? Будь ты проклят! Мне жаль, Ольга. Ольга и тюкетта. Никто не заслуживает такой ужасной смерти. Я надеялась на хорошие новости. Наверное, это наивно. Моя мама... Эти люди их просто использовали. Переработали. Кто вообще на такое способен?
Ну ладно. Удалось найти что-нибудь ценное? Пока не ясно. В основном странные теории о Чернобылите. Не знаю, нужны ли тебе подробности. Выкладывай. Может, я и не книжный червь, но мозги у меня есть. В общем, ученые из НАР считают, что Чернобылит — это что-то вроде гигантской черепахи, которая несет нашу вселенную на своей спине. Они выяснили, что ее можно приручить и кататься на ней куда угодно, как на лошади. Черепахи? Это просто метафора, но научная теория за ней еще безумнее. Ясно. Спасибо, что попытался объяснить. Здорово, Игорь. Привет, Оля. О чем думаешь? У нас есть свежая рыба. Чего? С чего ты вдруг решила это спросить? Да достали эти консервы. Не помню, когда в последний раз ела что-нибудь свежее. Ясно. Я сообщу, если вдруг найду суп из моллюсков или икру. Может, еще бутылочку шардоне, чтобы запить. Ой, не умничай, а. Я прекрасно знаю, что в зоне можно достать, а что нет. Как насчет устроить рыбное хозяйство? Рыбное хозяйство? Ага. Нам не помешает больше белка в рационе. Забавно, что ты вспомнила про рыбу. Когда я только устроился на Чернобыльскую АЭС, ребята рассказывали, что КГБ разводит рыбу в прудах охладителя. Правда? И большая рыба вырастала? Огромная. И сразу приправлена была. Стронцием 90. Жаль, что есть нельзя. Я бы даже сейчас не рискнул выращивать рыбу в Припяти. Видимо, придется обойтись консервами. Да, причем не тебе одной. Привет, Ольга. Слушай. С радостью. Только прямо сейчас я не могу. Selvitään siltikin. Кто он муста стал? Послушай, Георгий, я знаю, что делаю. Назад пути уже нет. Я знаю, друг мой, просто той ужасной ночью мы потеряли такой выдающийся ум. Я не хочу еще и тебя потерять из-за каких-то любовных разногласий. Ха. И ты тиеди тästä Boriksen suhteesta Татьянан kanssa. Это недоразумение уже стоило тебе внешности. Не хочу больше слышать про это. Больше не отвлекаемся, понял меня? Да, конечно. Я очень рад, что все в прошлом. Улыбка же. Хорошо. Тогда за работу. Результаты мне нужны уже в ближайшее время. Мы оба знаем, что она ключ ко всему. Мы уже достаточно времени потеряли. Ладно, ладно. Только прошу тебя, не делай глупостей. Нужно следовать правилам. Выходит, мой так называемый друг Борис работал с Семеновым даже после Чернобыльской катастрофы. Интересно, что случилось с его лицом. А Таня, значит, ключ ко всему. К чему? Опять тайны. Нужно продолжать копать.
Ты слишком увлекся испытаниями, друг мой. Я же говорил, не нужно использовать так много. Говорил. Тебе еще повезло, что ты мозг свой не угробил, как остальные. И что в итоге? Борис мертв. На этот раз по-настоящему. Больше нет смысла притворяться, что это не так. Пожалуй, этого стоило ожидать. Ментальные проекции, о которых ты мне рассказывал, видения, они возникали все чаще. Признаюсь, я думал, что твои галлюцинации означают, что ты просто сходишь с ума. В конце концов, длительное воздействие чернобылита часто вызывает психоз и истерию. Я сам видел, как подопытные начинают нести бред про Ктулху или хотят спасти мир от крыс. Хеткине, утилта, вот такой мяс. Эрако, я так думаю. Ты, наконец, сделал это, друг мой. Ты перешел Рубикон. Ты достиг того, чего никому до тебя не удавалось. Ну, разве что кроме нее. Но у нее была другая цель. Ты будешь первым из многих. Ты поможешь мне открыть новую эру эволюции человека. Ты поможешь мне дотянуться до звезд. Забудь о прошлом! Забудь о своих жалких прежних достижениях! Это все мелочи, глупости для слабых духом! Тебе больше не нужно добиваться чужого одобрения! Отныне ты моя правая рука! Сбрось свою старую маску и надень новую! Пришло время стать тем, кем ты всегда должен был быть. Черным сталкером. Просыпайся. У нас с тобой много дел. Значит, это был Борис. Он начал испытывать чернобылит на себе и стал черным сталкером. Господи. Я рассказал все, что вам нужно знать, генерал. В чем проблема? Проблема? Так вы это называете? Послушайте, я не буду притворяться, что понимаю, чем вы там занимаетесь в своей лаборатории. Мне до этого нет дела. Меня заботят лишь сам объект и безопасность моих людей. Когда вы в следующий раз решите по-быстрому провести эксперимент, который может выпустить в наш мир кучу сраных монстров, сообщите мне заранее, чтобы я успел разработать стратегию. Во-первых, тени необходимы для наших исследований. Это гибриды, которые... Хотя, знаете что? Я не буду грузить вас подробностями, которых вы все равно не поймете. Во-вторых, вы серьезно? Я отчитываюсь перед советом, а не перед вами, козлов. Ваша работа — обеспечивать безопасность, а не читать мне лекции по вопросам, которые выше вашего понимания. Более того, совет хочет, чтобы вы тесно, очень тесно сотрудничали с моей правой рукой. Прошу вас ознакомить его со всеми нашими протоколами безопасности. Это вы о ком? О том черте в черной маске? Может, скажете, кто это? Я предпочитаю знать, с кем работаю. Его личность не имеет значения. Если вам нужно имя, зовите его так же, как все остальные. Черный сталкер. И последнее. Я знаю, вы не разделяете моих взглядов на будущее нашей организации. Но даже не думайте сдаваться. Если мы потерпим неудачу, нас обоих ждут большие неприятности.
Пути назад уже нет. Симон он видел паген пахан такана. Значит, Нар виновата в создании теней. Или, как минимум, в их появлении в нашем мире. Ибо Рис, черный сталкер, связан со службой безопасности Нар.